Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире канала ОНТ новый телевизионный сезон интеллектуальной игры «Один против всех». Только у нас человек старше 18 лет может заработать большие деньги собственным умом. На кону 50 миллионов рублей, мы начинаем интеллектуальную игру «Один против всех». Еще раз добрый вечер. Я снова хочу сказать, что вы в нашей студии, как всегда, 50 человек. Это люди, прошедшие первый этап интеллектуального отбора. Они пришли сегодня в студию для того, чтобы посостязаться своим интеллектом и своей эрудицией и заработать большие деньги. Как всегда, в нашей студии присутствуют специально приглашенные гости. Это блондинки, девушки, на которых мы будем проверять зависимость интеллекта от цвета волос и наоборот. Под номером 21 и 22 у нас, соответственно, играют Светлана и Ирина. Здравствуйте, добрый вечер. Я прошу аплодисменты для девушек. Перед тем, как начать игру, я, конечно же, хотел бы обратиться ко всем, кто привык и любит смотреть интеллектуальную игру «Один против всех». Второй телевизионный сезон мы не могли начать просто так, и первая игра по определению не могла быть какой-то ординарной и необычной. И сейчас возле игрового стола появится человек, которого, возможно, меньше всего ожидали увидеть именно за игровым столом. И я без особых, наверное, представлений, потому что этот человек в особых представлениях в принципе не нуждается, хочу его пригласить занять место за игровым столом под ваши аплодисменты. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, в любом случае, как бы, несмотря на какие-то правила этикета телевизионного, я думаю, нам позволят разговаривать на «ты». В конце концов, мы можем себе это позволить сами по себе. Дим, обычно мы просим игроков представляться, я думаю, никакого смысла в этом нету. Я просто хотел спросить, когда-либо тебе доводилось ли смотреть передачу, которую я веду? Знаешь ли ты правила хотя бы в общих чертах или нет? Ну, я знаю правила, что надо выбирать. Вообще, сегодня мне на самом деле сложнее, чем... Точнее, проще, чем всем, потому что вы-то, дорогие друзья, играете сегодня за свои деньги. Я сегодня играю... За общие. За общие. Да, очень хорошо. Я думаю, для вас эта фраза несколько будет загадочной, потому что мы именно, возможно, в процессе игры объясним, что это обозначало. Дим, основное правило, которое ты должен знать, что ты должен правильно отвечать на вопросы, которые будут появляться на экране, и зарабатывать этим образом, таким способом деньги. Готов ли ты играть? Я готов играть. Один и против всех. Мы начинаем игру. Дима играет один против 50. Первый вопрос, 50 тысяч рублей. Ну, это... Что, ко второму сразу? Сразу Джокер. Первый вопрос. Кто разрушил сказочный теремок? А. Медведь. Б. Баба-яга. С. Мальчик с пальчик. У вас есть 6 секунд времени ответить на вопрос правильно. Ну, я выбираю Михаила. Так, вариант А – медведь. Внимание, правильный ответ на этот вопрос. Это правильный ответ. Ура. Компьютер покажет, были ли неправильные ответы в зале, что навряд ли. Интеллектуальная ничья, в общем-то, все работает. Так я что, деньги не выиграл, что ли, никакие? Нет, пока нет. Веселы, счастливы, молоды. Мы продолжаем игру, просто переходим автоматически к второму вопросу. И Дима играет один против 50. Второй уровень сложности — 100 тысяч рублей. Как называется краткое содержание статьи? А. Реноме. Б. Резюме. С. Эпилог. 6 секунд времени ответить на вопрос верно, и ваше время пошло. Ну, мне кажется, что вариант Б. Вариант Б. Нажимай Б. Вариант Б. Резюме. Так думает главный игрок Дима. И сейчас компьютер покажет правильность его ответа. Это правильный ответ. Аплодисменты Диме. А я думал, что реноме. Я просто не знаю, что это, поэтому мне казалось, что... Я надеюсь, ты из этих соображений не будешь дальше отвечая то, что не знаешь. Неправильные ответы в зале, если таковые имелись, сейчас покажет компьютер. Ну,
Вот я поднялся, ребята. С этими людьми, которые ответили неправильно на вопрос, мы прощаемся. Мы говорим вам до свидания. Вы положили в банк Диме 1 400 000 рублей, что само по себе уже неплохо. На втором вопросе я прошу аплодисментов. Дима в банке уже 1 400 000 рублей. Ура! На втором вопросе. Дима, у тебя уже 1 400 000, ты хочешь забрать деньги или продолжить игру? Нет, я не хочу. Не хочешь продолжить игру? Не хочу денежки забрать, мало мне. Мало. Хорошо, значит, ты продолжаешь игру. Да, я продолжаю игру. Дима продолжает играть и играет 1 против 36.